В этом году в Тверской области практически в два раза увеличилось число пожаров из-за неисправности газового оборудования. С приходом холодов люди начинают использовать всевозможные обогреватели, в том числе газовые плиты, кустарные котлы для отопления. Неосторожное обращение с огнем и неисправность печей и обогревателей – основные причины, по которым с начала года произошло уже 1215 пожаров. При них погибло 153 человека. Значит, показатели по погибшим несколько превышают аналогичный период прошлого года. Ущерб составил более 226 миллионов рублей. Что не может не беспокоить, в текущем году практически в два раза, точнее на 80%, увеличилось количество пожаров по причине неисправных газового оборудования, в том числе газовых баллонов. В осенне-зимний пожароопасный период в МЧС увеличивают частоту профилактических рейдов, особенно в частном секторе и среди асоциальных семей. Однако предупрежден еще не значит вооружен. Воспитывать штрафами в МЧС не могут, а прислушиваться к советам сотрудников или нет – личный выбор каждого. При попытке разжечь сырыми дровами печную печку, которая была в частном доме, где она проживала, использовала бензин, что привело, как я уже сказал, к полному уничтожению этого строения, травматизму самой хозяйки, ну и самой страшной гибели ее детей и соседки. Ну и не сказать, что в силу незнания, потому что, как показал расследование пожара, незадолго до этого с ней проводили персональную беседу, в том числе и по пользованию печным отоплением. Ну, какой-то легкомыслие, наверное. В особой зоне риска дома, которые отапливают газом с нарушениями техники безопасности. Сотрудники МЧС напоминают, что и печное, и автономное газовое оборудование опасны, но взорвавшийся газ может не оставить шансов на спасение. Неисправность печного отопления более часто приводит, ну, на примере нашей Тверской области, более часто приводит к возникновению пожара, чем газовое оборудование. Но газовое оборудование любое – это сосуд под давлением. При его нагреве, при его разрыве последствия зачастую более трагичны. То есть это, ну, условно или проще говоря, бомба. В ближайшее время Тверской регион ожидает похолодание, в связи с чем в МЧС обращаются к людям с просьбой тщательнее проверять газовые котлы, печи и не надеяться на авось. Марина Евстрасия, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».